Женщина для себя должна тратить в месяц. Ничего не жалеть для себя женщина должна. Она должна себя любить. Ну, примерно, вот если по сумме, вот сколько вот должно, чтобы вот сумму ее все устраивало? Доходы разные у женщин бывают. Нужно себя любить, да. И не жалеть. Не жалеть на себя, да. То есть, а по сумме примерно так. Скажите, вот сколько вот, как по вашему мнению? Даже определить не могу. У всех из моих этих потребностей, желания разные женщины. Мы все разные с вами. Для вас одна сумма, для меня другая сумма. Ну вот вы сколько, например, тратите в месяц? Давайте в среднем. Не каждый месяц такие одну сумму. Ну пусть будет в среднем 5000. Пусть будет. Я хотя не считала. Я поняла, скажи.